Ми продовжуємо ефір «Або з тебе» зі Світланою Вольновою в нашій студії, гостя. Ми говорили про жінок. Я думаю, що ми ще маємо про них поговорити в такому, знаєте, ракурсі. Тому що жінка без чоловіка, звісно, не існує. Але... Як це не існує? Ну, ви самі сказали, що здоров'я жінки, її краса – це все одно одна із складових – це чоловік. Но все равно, вы понимаете, женщина более независимое государство, чем мужчина. Вот женщина может развиваться, жить одна. Конечно, радости будет от этого мало. А вот мужчина, если он без женщины, он, честно говоря, выглядит не совсем хорошо. А чему тогда человеки ображают жену? Ображают? То есть обижают? Почему мужчина? А вы знаете, почему вообще люди обижают? Потому что если человек внутри несчастлив, то он будет искать недостатки в другом. А если у человека все хорошо, он абсолютно счастлив, он... зачем ему кого-то обижать, да? А есть такие моменты, что когда женщина, например, ну, красивая девушка думает, боже мой, как хочется пожить хорошей жизнью. Выходит замуж за деньги, за богатого мужчину, ну, даже взрослого, да, и ну, не любит этого мужчину. Мужчина всегда это чувствует. Мужчина чувствует, когда женщина его хочет или не хочет. Мужчина это... Можно сколько угодно играть, ломать эту комедию, но мужчина все равно это чувствует. И потом этот мужчина просто начинает эту женщину обижать, потому что он чувствует себя нежеланным, нелюбимым. Вот поэтому мужчины обижают женщин. Я просто до чего веду, помню, что, снова же таки, подводящись до вашего Фейсбука, вы записали десь минулого месяца так видео таке про насилие. Про харасмент, про який сьогодні багато говорять. Ми, до речі, можемо його показати, я думаю, на екрані. А якщо ти не хочеш, щоб мужчини звертали на тебе увагу, зробили тобі компліменти, касались твоєго тіла, або взагалі в твоїй житті були мужчини, одягайся, а от так. A few moments later. Вы сказали там домагань, так? Домагательство, не насилие. Да, чому? Это был принципиальный момент, я могу вам сказать, потому что на самом деле все, что началось в Америке, когда... Ну, это называется принцип Ван Штейна, да, когда его стали все обвинять. Голливуду уже не стал нужен Ван Штейн, они решили его просто сбросить, да, скормить в угоду какой-то своей другой идеи. Ты думаешь, это была спланована акция? Абсолютно, его абсолютно убеждаю. И тут, конечно же, все, кто его целовали и говорили, спасибо, Ван Штейн, тебе за мою прекрасную карьеру, стали рассказывать, какой же он домогатель. И вот тут вот у меня просто, ну, я просто была в шоке, как много всяких исков, кто кому приставал, какие все отвратительные и ужасные. Я не могу бы, а чего они, собственно говоря, брали роли? Ну, пристал он к тебе. В чем дело? Когда женщина вот так вся одевается, идет вся с вытянутыми грудьми, вот в таком вот платье, да, вообще, и говорит, он ко мне пристал, он меня хочет. Вот если не хочешь, чтобы к тебе приставали, не иди себе в шоу-бизнес, не иди себе в кинопроизводство, не будь актрисой, не общайся с крутыми режиссерами, просто надевай паранджу или веди себя скромно. В чем проблема? Слушайте, ну вы вот часто выглядаете само вот так, да, красиво, потому что с формами. Потому что я вы чувствовали на себе домогание? Естественно, естественно, ну, конечно же, периодически это было в моей жизни. Я могу сказать, что я была неправильно одета, и, например, это были короткие юбки. Мне казалось, что это очень красиво. Так многие мамы до сих пор девушек одевают. Все, вот, девочка одета правильно. На самом деле, такая женщина с длинными ногами, с откровенной, в откровенной одежде, она вызывает у мужчины только одно желание – заняться с ней сексом. И очень многие вот такие вот, конечно же, есть насилие, очень жесткое насилие, жестокое насилие. Это маньяки, ну, это да, это и насилие в семье присутствует. Это не относится к тому, что я хотела сказать в этом клипе. Я хотела сказать, что те женщины, которые хотят нравиться мужчинам, сначала их подтягивают, а потом типа, ага, так ты, значит, меня вот это, так ты будешь за это платить. Вот это нечестная игра. Сами вы не хотите сказать? Сами вы не? Конечно, да. Конечно.
конечно, сами виноваты, что подпустили женщин. Женщины же как себя ведут? Они приходят, они кто во что гораздо, зайдите куда-то, увидите, как одеты женщины, да? Кто во что гораздо, в облегающей одежде, совсем потерявшие стыд, да, пристают к мужчинам, пьют за их счет, вешаются им на шею, а потом говорят: «Милый, я с тобой сексом заниматься не буду, и ты насильник». Извините меня, если вы хотите иметь себе приличного мужчину, чтобы у нас прилично реагировал, ходите на обеды, надевайте длинные юбки, ви розумієте, що це завжди так. Це бувають і інші історії, коли просто жінка в красивому платі, звичайному красивому платі по формах, і все одно вона відчуває на собі домагання, або чоловік певним чином до неї там цікавиться її, так? Непонятно, естественно, конечно, красивая женщина всегда вызывает интерес у мужчины, особенно если у нее высокий уровень сексуальной энергии. Но когда женщина внутри обладает силой, и она четко скажет: «Извини, но ты не по адресу», то это нужно быть абсолютным насильником, знаете, там, уродом каким-то, да, чтобы... В основном, к сожалению, ну просто к сожалению, и вы знаете, что Украина сейчас является определенной меккой для людей из Турции, из Италии, которые сюда приезжают, и очень просто общаются с нашими девушками. И вот это, мне кажется, намного серьезнее и важнее, чем очень многие вещи, о которых мы говорим. Вот это вот, как себя ведут женщины. Ну, давайте до того, як себе поводити і на прикладі відомих жінок, відомих осіб, до кого треба жінкам нашим, українкам, можливо, долучатися, спостерігати за ними і дивитися, чи от так треба робити. От, давайте, у нас є фото голівудських актрис, так, або навіть перших леді. От, ми бачимо перших леді. Вони є надзвичайно привабливими жінками у всьому світі, особливо Меланія Трамп. Але вона виглядає дуже стримано. От в цьому є сексуальність? Меланія Трамп? Ви розумієте, Меланія Трамп умнейшая женщина, между прочим. Как раз таки именно про нее нет никаких слухов, да? Смотрите, она даже в перчатках находится, да, потому что она знает, что она красивая, она модель, и она жена миллиардера. И Трамп как раз-таки в данном случае президент, которого очень многие не хотели. Поэтому она понимает, что если она допустит какой-то момент вульгарности в данной, то ее разнесут пух и прах. Например, Мишель Обама могла одеться совсем по-другому, хотя вот это образец, как одеваться. Мишель Обама вообще безукоризненно. Для меня она безукоризненна, Мишель Обама. И при том видно, что Мелании это не совсем свойственная одежда. Она в ней чувствует себя, она чувствует немножко скованно. А для вот как раз-таки для Обамы это естественное платье, понимаете? И Мелания, конечно же, загоняет сейчас себя в такие рамки, чтобы быть... Ей хочется, наверное, одеть что-то более сексуальное и более так, как она привыкла, да, с открытыми плечами. Но она понимает, что она должна быть первой леди, и первой леди, и она пытается абсолютно закрыться, что ее делает несколько не совсем привлекательной в глазах избирателей Америки, да, в глазах простых людей Америки. Если вы вспомните, совершенно невероятным даром обладала Жаклин Кеннеди, когда они с Кеннеди ездили, по-моему, это в Алабаме было, они давали тур, как раз было перед президентскими выборами, и, значит, и они сели где-то вот так, пришли, уже где-то было, очень было поздно, они устали, они сели, и у нее были лодочки. И она просто сняла туфли. И люди увидели, что она сняла эти туфли и просто сидела. И для них это было, что она человек, что она может себе... Она тоже устала, ей тоже тяжело, но она и грациозно сняла, и она не делала что-то из этого такое, понимаете? И вот что у Жаклин Кеннеди, понимаете, для того, чтобы быть по-настоящему элегантной женщиной, это же все внутри есть. Очень сложно казаться, если этого внутри нет. Все должно совпадать. До речі, так. Ще у нас є приклад іншої такої голівудської зірки, так? Кім Кардашьян. Ну, ви розумієте, Кім Кардашьян. Трошки інший випадок. У Кім Кардашьян взагалі все построєно як раз таки на демонстрації собственного дома, собственного мужа, собственных форм, собственной одежды и всего остального. И это является ее как раз-таки фишкой, на которой она зарабатывает деньги. Ну и, естественно, она является в данном случае
примером для определенных девушек, которые выглядят как Ким Кардашьян. Физично намагаются выглядеть точно так само. Да. И как раз-таки вот ее вот эти вот откровенные формы, да, они делают ее все более и более знаменитой. Хорошо ли это? Не факт, ну, для кого-то с меньшей харизмой, но для нее это ее фишка. Ну а чи варто взагалі жінкам до когось отак от намагатися прийти до якогось образу? Чи на то на когось оглядатися? Ну, так? Смотрите, во-первых, а что хочет женщина? Вы понимаете, если Ким Кардашьян хочет быть женой президента, ее нужно срочно переодеть, понимаете? Срочно переодеть, срочно по-другому все сделать, да? Если она срочно собирается идти королеве английской на завтрак, да? Все нужно поменять. Ну, а працює ця штука, знаєте, в такому сенсі, що ти до кого хочеш, наприклад, за якого чоловіка ти хочеш вийти заміж, так, наприклад, то ти так маєш одягатися. Якщо ти хочеш вийти заміж, наприклад, за якогось бізнесмена, то ти маєш одягатися відповідно, а потім він якось само воно прийде. Ви знаєте, от я завжди за те, що одягатися в те, що відповідає твоїй природі. Потому что если женщина любит яркие какие-то принты, у нее такой яркий артистичный характер, но она постоянно прячет себя в серые костюмы, она не будет чувствовать себя счастливой. Ну, це дуже хороша порада. Ще, знаєте, наприкінці у нас 30 секунд, але хочеться спитати саме у вас, тому що ви людина, яка завжди перебуваєте в колі, ну, світському колі, так? І знаєте, що цікаво от завжди? Що можна подарувати людям, у яких все є? От до Нового року якось у нас такий ефір все-таки. Ну, я розкажу. Давайте. Дуже цікаво. Значит, можно заказать себе, такое есть, если вы успеете, из Китая. Там сейчас продаются iPhone 10. Ты открываешь, значит, коробку iPhone 10, и там лежит шоколадный iPhone. Ага. Я думаю, что нужно дарить такие именно смешные. Или, например, какую-то коллекционную маленькую машинку Ferrari, запакованную очень хорошо, и потом говорит: «Милый, я тебе подарила Ferrari». То есть я за то, чтобы делать какие-то неожиданные совершенно подарки, смешные, веселые и, главное, эмоциональные. Ми такого і Нового року вам бажаємо, неочікуваного, але в хорошому сенсі цього слова, позитивному. Дякуємо вам, Світлана Вольнова, телеведуча, була в нашій студії на ОБОС ТВ. Ефір триває, залишайтесь з нами.